Девочки, мальчики, мужчины. Саша, у меня еще спит, машинка закончилась. Сейчас отношу Леопатри наверх в сумку. Отнесили я и Саша. Я даже, не знаю, покажу и брюки, но мне кажется, не на этот, на выброс. Отношу новые туфли. Это 41-й, я ошиблась в размере. Я просто в них хлюпаю, что я только не пробовала, их пару раз одела. Ну, прям 41-й, ошиблась в размере. Новейшие лиловые туфли. Эти собиралась делать, не доделала. Вот они лиловые, новые. Этот я начинала делать. Какой только не пробовала клей, какой только них надо, наверное, зачищать. Кстати, удобные очень, но я на них тренировалась. Эти туфли отдаю, и отдаю свои шлепки, потому что их, конечно, можно заделать, но мне их собаки погрызли, когда маленькие были еще мои. Вот такие, такие я отношу ей шлепки. Все, это сейчас я ее отнесу. В своей комнате я уже разобралась. Опять все перемываем. Здесь сейчас это все. Я сниму, оно уже было сухое. Сняла свое одеяло, парики нюхала. Блядь, я сегодня, мы целыми днями занимаемся, нюхаем. Вот именно этот вот клочок. Я не могу понять, что опять подняла кровать. Кровать не воняет. Саша что же сказала? Вот здесь. Нет, это елемелевские паря Франции. Тут все пахнет. Говорит, Мариха убирается, говорит, все время срач. Потому что вещи перекладываю, то зимние, то летние, эту куртку тоже, ее же стирать надо. Ее же куда ее убрать? На чья? Эмина, пусть забирает ее. Зачем она тут висеть будет? Не стирает верхнюю одежду, как я. Я стираю верхнюю одежду. Что можно уносить, потому что я уже справилась. Это сейчас я сумку свою соберу. И, кстати, надо зайти будет в ОБЭК и взять у них специальную губку, которая у них продается, чтобы ее почистить. Потому что как только не чистила, не терла, она уже не очищается. Все, туфли свои, я не знаю, что с ними. А, они стояли у меня под тумбочкой. Тоже пару раз одела. Сейчас начала опять кровать залезла, посмотрела. Они у меня вот здесь вот почернели. Перья все сдохли. Их, конечно, там можно блёстками обделать. Я, наверное, их увезу в Турцию. Я их почищу. Задник, там, где плесень. Все почищу, высушу. Все забью этими самыми камнями. Вот. Перья постараюсь тоже постирать, привести порядок. Если нет, я перья заменю на другие. То есть смысл их отдавать не надо. Сейчас, кстати, они упали в цене. Они сейчас стоят дешево, но... То есть сейчас они в цене подешевле, подешевели, стали дешевле, поэтому их можно спокойно выбрасывать. Сейчас их можно купить задешево, не как я ее покупала. Так, это у меня все еще до трня идет. Разобраться здесь надо в документах, что тут Саша платила, не платила. Эти бумаги, когда до них время дойдет. Это надо отвезти все к Карлосу на... Скажите мне. На стирку ковров. Кстати, не слышала его 2 дня. Залезла в парики, нюхаю парики. Какие-то пахнут прям парфумом, пахнут, а какие-то... Не знаю, сейчас брошу в машинку на 15 минут. Прямо в пакете и все это простерну. Жалко выкидывать их. Так, этот пакетик выкидываем. Все, разобрались, и Саша встанет, я одеяло сняла зимнее, отнесу ему в химчистку, а, ну, в барабан вот эти, которые моются сами. Ложилась у меня на ночь здесь салфетку для собак, нифига. У меня в комнате они не ходят на салфетку, только в Сашиной комнате в одном углу. Так, а это у меня, я дарила Карла, когда ему было 28 лет, 29, Роберто Кавалли. Здесь только молнию надо поменять, молния сорвалась. Я ее забрала, мне ее жалко. Я ее, она, ну, это натурал. Я ее постирала. И сейчас вот это вот все я поснимаю. Это я вчера вывешивала. Это моя подушка тоже постиранная. Я ее еще не ложу. Хорошо постиралась. Пахнет. И я ее вот так вот переворачиваю. Для того, чтобы она там хорошо перевернулась. То есть это... Моя подушка. Что ты сидишь? Пенсионка, пенсионерка. Все, шторы можно было бы заморочиться уже сегодня их сделать. Но я думаю, что шторы я уже оставлю на завтра.
Сейчас уже дождусь, Саша проснется, я залезу к ней туда, в кровать. Здесь у меня в коробочку перевалились все штучки, которые втыкают в розетку для запаха. Вот эти вот там, от комаров. Тоже надо найти место. Все. Здесь у меня, кстати, было все так разобрано. Хорошо уже. Я опять сюда наставила. Это я тоже хочу бросить в стирку. У меня там какое-то пятнышко не отстирывается. Я заметила. Все, протираю здесь пол. Жду Александру. Она, кстати, картошку хотела. Я сейчас буду картошку жарить. Протру пол, жарю картошку Алексу, пока она проснется. И все. На сегодня в этой комнате все. Вот Лизе стоит. Что вы там начинаете? Вот стоит Лизе полный набор. Стоит кофе. Стоит кофе. Стоят конфеты. Стоит чай. И вот такая вот коробка, именно где написано «Измир». Все, это все стоит. Просто ждали, дождь был, некогда было идти. Сначала некогда было, то день рождения, то потом после день рождения, то еще что-то. А, там, кстати, написали, Марина говорит, вызовите химчистку. А, я читала комментарии, говорит, и вам все почистят. Так, а что мне почистят? Я сама все почистила. Я вам говорю, вот сейчас мне не воняет ничем. Я не знаю. Окна закрою, потом буду нюхать. Сейчас одеяло положу летнее. У меня было аж два одеяла. Одно София отдала, и у меня получилось теперь зимнее одно. Сейчас летнее сюда одеяло положу, буду укрываться. Ну, в пижаме буду спать, а что делать? Надо одеяло снять. Может быть, от одеяла запах, не знаю. Я не сдамся. Так долго хотеть такую кровать, и в итоге обоссать. Лифчик, который Елене Виктория Сикрец подогнала. Здесь у меня все сложено, все красивенько. Сейчас покажу. Всегда получается. Так все сложено, всегда так все красивенько. Опять освободилась верхняя полка, но это уже когда вот эти вот костюмы убрать, которые весна-осень, вот эти вот уйдут наверх, пиджаки можно туда сложить. И здесь будет место вообще все пустое. Я бы с удовольствием даже отдала бы вот это вот Клеопатрово, вот эти платьишки. Но я иногда их выгуливаю. Прям редко, но метко. Вот это, конечно, нет. Только если на машине на море ехать. А я туда, в принципе, не езжу. И вот это бы я бы отдала. И вот, которое я говорю, Славина платье, я его ни разу не одевала. Можно было бы наверх его отдать. Но висят и висят себе. А здесь, кстати, стоит у меня вот такая вот штука. Кошка, чтобы, если сюда поставлю корзинку, кошка прыгает, может упасть. Мне здесь удобно. У меня здесь лежат мои кисточки. И мне вот здесь вот прям удобно, я крашу здесь. Это мне, кстати, Аиша подарила. Вот такие вот. Я не крашу с ними, надо Саше предложить. Ну, то есть мне они не зашли по цвету, я краситься не умею. Как-то, не, я раньше как-то подкрашивалась, ну, а сейчас как-то что-то это. Все. Здесь у меня лежат тонаки вот этой вот Биби. Они мне очень нравятся, они прям естественные. Вот. А здесь в основном у меня лежат все пояса. То есть вот в каждом разделе по поясу такая вот организация. Но, кстати, очень удобно, возьмите на заметку, ну, если у кого места мало. Здесь все трусики, здесь все носочки. Даже носочки распаренные лежат. И вот у меня еще мылка, видите, здесь лежат в носочках. Все. Здесь лежат майки и этот, здесь майки. Вот это вот потом уйдет в другой шкаф, потому что это здесь такие более... Ну, такое, я их редко вообще одеваю, лежат себе и лежат. Вот. Майки тоже топы потом, когда я один раз одену, померю, будет видно, что нужно, а что не нужно. Потому что, я же вам говорю, я поправилась, и я думаю, там некоторые топы, но только что в них спать, так я одна в комнате сплю, я и голенькая сплю нормально. И все, здесь у меня все аккуратненько сложено. Здесь можно было вот эту футболку выкинуть, но она не заляпанная, не дырявая, в ней убирать можно. Вот здесь у меня лежат бодички, постельное белье летнее. Здесь шортики. И здесь вот у меня юбки и шорты, их немного. Даже шортов нет, здесь, по-моему, только одни юбки. И одни шорты, наверное, все. Это я уже потом со временем перемерю, посмотрю, что мне надо, что мне не надо. Здесь бы я еще, может быть, что-нибудь даже бы отдала. А, у меня, кстати, такое платье еще в Турции одно осталось. У меня их два. Просто что здесь у меня, получается, пиджаки. А здесь летнее платье. Все.
Нормально у меня все. Хорошо. Вот, мне нравится, как я сегодня подкрасилась. Стрелочки немножко теней, брови сегодня я не красила. И как-то так я хорошо выгляжу. Единственное, что вот этот вот цвет мне начинает не нравиться. Я думаю, что он мне очень сильно сделал специально тон, чтобы не видно было желтое. Видно, корни плохо у него прокрасились. И все. Мне посоветовал не делать нарощенный волос, потому что, говорит, твой вообще отпадет. Но я как бы думала, что я сделаю, но не так, что типа все я их делаю. Ну так, задумывалась их сделать. Все, боксы у меня, кстати, там стоят. Все, Саша, все чисто там было. Я еще проконтролировала, вынула розетки. Их надо закрутить резиночками, красиво поднять их наверх, чтобы этого не было. Вот. Все, девочки, мальчики, мужчины. А, вот это сейчас я снимаю. Оно высохло, все. О, кстати, вот трусы я Эми возила, трусы. И говорили, резинки, качество плохое, резинки застирываются. Вот сколько уже трусам, почти год, да? Ну, чуть меньше. Вот, ничего, резинка нигде не закрутилась. Вот вам и качество. Вот она, лакосточка. Нигде ничего нет, а ничего не то самое. Я просто что не говорю. Оно все высохло, ну, я просушивала дополнительно. Потому что 2 дня дождя, и, естественно, пришлось все перестирывать. Вывешивать. Соседка тоже вон стирает. Постельное я стирала, мне чистое. Это Саша новую купила. Мама, ты видела новую розовенькую? Я ее видела, она маленькая. Видите, это еще мокрая, это я вчера вешала. Я ее видела, но она маленькая. Саша купила. Ладно, протираем пол и слаживаем все здесь, закрываем, ждем Сашу, идем к ней в комнату. Переключаемся. Девочки, с эфира, вам огромное спасибо за хороший эфир, приятный. Спрашивали, служебный роман идет. Спрашивали, интересно посмотреть на парики. Я их мыла в сумке, не разбрасывала по этой. Ой, как пахнут моющим средством. Тут проблема не то, что постирать, проблема, где их высушить. Ой, как они все пахнут. Шикарно. Потому что все, я представляю, кто-то увидит, когда я сейчас их повешу сушиться на улицу, и когда увидят эти парики сушеные, вот это, видите, вот эти, это выкидывать, это не расчешется. Когда увидят парики, это ленточки. Господи. Заколка еще постирала с этим цветочком. Парики расчешутся, будут в прекрасном состоянии. Ага. Когда я просто вывешу их сушиться, там люди офигеют, соседи. Отлично, все отстиралось. Потому что жалко было выкидывать. Парики обалденные. Дорого-богато стоят. Ну, для меня. Так. Вот эти, конечно, все на выброс. Это что? Вообще не понимаю. А, это заколка. Это хвост заколка. Тоже хорошие. Вот эти вот, все, которые ленточки были на этом самом, они все запутались. И все на выкинуть. Именно которые были на чипсах. Даже не буду рассматривать их, потому что неудобно. Можно заморочиться, но это не тот вариант. Не стоит свободного времени. Розовый парик. Она так, вот такой вот парик тоже расчешется, я думаю, приведется в порядок. Поэтому нормально. Что тут еще было? Это на выкинуть. Даже был этот самый, здесь лежал на кукол шила. Когда София и Саша были маленькие, пальто шила. Смотрите, с рукавами. С ними рядышком садилась, разряжала. Вот это вот было у Софии комбинезон, штанники такой был слитный. Как, да, комбинезон. Из какой-то пижамы сшила пальто, видите? Прям у меня прям пальто, прям с рукавами. Пусть сушится. Так, все. Перчатка как раз постирана. И вот еще один крайний парик. Оно все высохнет. Все расчешется. И все, они еще нормально будут. Так что, главное развесить все. На улице 2 машинки висят. Только погода хорошая сегодня. Также погода была дождливо, и некуда было вешать. Можно было, там Саша ж купила эту раскладушку для вещей. Можно было, но я не стала. Все, в эту сумку сейчас мусор сложим. Сумка неплохая, но она не нужна. Саша там, я Клеопатре опять насобирала вещей.
вещей все-таки выкинула я вещи, отнесла я ей, дома никого не было, повесила ей на ручку обувь. Вот, а сейчас Саша пошла в этот, табакина сейчас придет, и она вынесла. Мама, не выноси, говорит, я давай ей это, сейчас кровать залезем, вот у меня там в шифонере будет полно чего отдать. Я говорю, не-не-не, говорю, сумка стоит, говорю, собираем. Пока собираем, говорю. Отлично, выгорели, хотелось бы посмотреть на этот парик. Ну вот, 30 минут я стирала, на 30 минут на этой. И все, потом оно здесь расчешется, зато оно... У меня просто было такое впечатление, что именно на этой сумке тоже пахло мочой. То есть у меня это, в голове это было. А чего ты сидел? Жрать-то почти? Так, все, девочки, пошла я заниматься. Девочки, мальчики, мужчины, у нас здесь все убрано. Вот это сейчас пойдет, это в костюмы у меня в этом диване. Я в диван переложила. Тапочки, наверное, высохли, потому что они уже сохли на батарее. Здесь не хотела убирать, просохли. Так, здесь все чистенько у Саши. Все сложено аккуратненько, большая умничка. Единственное, что мне здесь надо? Мне надо достать мое одеяло, которое... мы сказали, достаем, убираем. Я тебе достаю, значит, да, молодец. Я тебе достаю, кумасикямано, скажи мне. Простыни, листаты и инвернали мы убираем, да? Ты поняла, что такое простыни? Что такое простыни? Куберта. Нет, этот, как его? Комплекто, перлетто, как оно называется? А, си, линсолы. Линсолы меняю, да? Меняю линцоли. Ага, это вот Саша сложила мой этот. Видите, как аккуратненько сложила. Это для обуви. Помните, я шкафчик покупала, блядь. Он весь упал. Надо Клеопатре его отдать. На, поставь сейчас Клеопатре, его отдадим. Нафиг он нужен. Он не работает. Не воняет потом этот? Дома воняет? Да, ты лашила джу, я не понимаю, только что помыла все белизной. Я не знаю, я не вижу этого гатта, я не понимаю, что это сыт. Что, купила и не пользуешься? Ты одеваешь эту пижаму? А, нет, потому что если не одеваем, мы отдаем все Клеопатре, я за это спрашиваю. Видите, мыло здесь лежит. Нет, там что-то от дивана, все мое, там я все поменяла. Когда ты туда лазила? А, ну тогда сейчас будем открывать. Потому что я туда, когда уезжала, все складывала, там все мое. Это Ромео пожрал? Ромео и рис. Ну, как кушали, как шавили ква, но чай пуля, но манжал, ты рекордил на тот видео. Да. Так, надо убрать сверху, сейчас попадает. Смотри, там упадут, там, где носки лежат. Сейчас вот я достаю вещи зимние, летние, все, мы это вот не носим вот эти пижамы, значит, все вот это отдать. Нет, это мне нравится. Там можно зашить. Я сейчас убираю туда их. Да, они высохли, я их все стирала. Я все сейчас поменяла, это было чистое. Когда я приехала, я там все поменяла. Что ты выдумываешь сейчас мне? Работу добавляешь. Я приехала, все там поменяла. Вон как чисто все везде. Вот это, наверное, летние вещи. Сейчас мы разберем их. А туда бусту не ложи. Не надо. Что это за буста? Все, сейчас отдаем ей. Все, отдаем ей. А что она равината? Нет, скрита стаката я тебе сделаю. Questa la vuoi te tanto? Да, конечно. Пума. Чё ты вообще? Questi Marina, cioè, non mi entrano manco se divento manga. А что это такое? Quei leggings. Marina, non ti stanno manco a te. Покажи, что за leggings. L'ho comprati 3 anni fa su internet, Marina. Все, сюда ложи сейчас. Questo non lo voglio. Все, давай сюда, Клеопатре, сюда, складывай вот в эту вот. Questa... Бутала. А, Ванс? Мне дала моя amica. Non mi piace più. Все, ложим, Клеопатра будет носить. Что это? Микки Маус. Да, пусть лежит. Да.
Это толстый, ну, да? Не да, ты вообще, я не знаю, как это, у девочки даже спрашивают, это потому что ты ешь Макдональдс, как так но можно? Ну, это очень сильно ты поправилась, зайчик. Очень сильно. У нас есть чистые другие одеяла. Вот они. Вот эти одеяла чистые, под которыми сейчас можно спать зимние. Вот они. Все. Что? А есть у меня? Что? Что? Саку, да? No, Maria, quello che tiene il telefono. А, у Кирилла. Подарила. Смотри, вот это я уже поставила. Так жалко, это так все дорого стоит. На русском говори, говорит. Покажи, как у меня все разбросано. Кошмар. Вот эти кофты все, это ужас какой-то. Все ему складывай в пакет, хай домой отвозит. Здесь нет места для него. Ну, я имею в виду, что... Questi, guarda, qua c'è pigiami già pronti in inverno da mettere via. Da dare via? No, no, da mettere via. Maria, quante non c'ero? Ho già fatto qualcosa via di armadio. Buon da... Так, вот это для... Почему сложено здесь, если этим вытираем собакам лапы? Perché, Maria, dove li metto? Вот, вынимай сюда сначала. Постельное белье убираем. Вот. Вот, я не знаю, что это сейчас. Аккуратно, мне самое главное, чтобы все было сложено аккуратно. Мне карнавал не нужен. Аккуратно, чистое все, все. Ты хочешь даже полы тут помыть? Это, вот это чистое, это надо убрать. Да, залазила без меня. Так, чистенько, посмотрите, даже пыли нету, молодец. Так, вот эти вот, смотри, сразу отдаем Клеопатре. Они лежат третий год, их никто не носит, они тяжелые, хотя они новые. Чистенько, молодец. Давай здесь сейчас разберемся с обувью. Сейчас уберем все. Конверсы мои в коридор ставим. Подожди, сначала надо все вынуть, Саша.